Мировой спрос на газ в этом году может снизиться на 4%, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. Об этом сообщают эксперты из Международного энергетического агентства. На потребление газа повлияла теплая зима в северном полушарии, а также карантинные меры из-за коронавируса. По прогнозам специалистов, спрос рухнет на исторические 150 миллиардов кубических метров.